Вітаю вас, шановні телеглядачі та користувачі інтернет-ресурсу YouTube. В ефірі Уніан ТБ програма «Тема дня», в якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб, і сьогодні ми будемо говорити про переслідування про українських громадян у Криму, обшуки і затримання представників Меджлісу. Чим спровоковані нові репресії в Криму, нам допоможе розібратись громадська активістка, переселенка з Криму Єлизавета Богуцька. Добрий вечір, Єлизавета, дякую, що завітала. Добрий вечір. Власне, 29 січня в Криму було затримано одного з лідерів громадської організації Меджліс кримськотатарського народу Ахтема Чийгозу. А сьогодні зранку в нього вдома проводять обшук. Яка це вже хвиля репресій, на вашу думку, від нової окупаційної влади Криму? Я думаю, що це третя волна репресій. Я думаю, что первая волна репрессий была с приходом России в Крым. Это срок приблизительно февраль-март месяц. Вторая волна была летом, когда начали раскручивать дело Мустафы Джамилева. И третья волна началась осенью и продолжается до сих пор, и набирает обороты ежедневно. Чийгозу звинувачують за статтею Кримінального кодексу Російської Федерації «Організація масових заворушень», яка передбачає позбавлення волі від, чи з терміном до 10 років. Це якось дуже дивно, тому що ті речі, що сталися, вони були ще за часів української влади. Тобто, як можна, в принципі, звинувачувати людину за кодексом іншої країни? Ну, в России есть свой кодекс, и, который не предусматривает абсолютно кодекса чести. У них есть уголовный, который работает как монолог. Мы сказали, и так надо. И я так думаю, что это связано, кроме всего, с тем, что Россия считает Крым своим, отродясь и до смерти. Поэтому она считает, что все, что происходило в Крыму до аннексии, это все равно события, которые происходили в России априори, потому что Крым российский. Тобто про права людини там не чули, фактично? В России нет прав. В России есть только обязанности, есть права только у Путина и его приближенных. У приближенных тоже они ограничены. У Путіна безгранічне. На минулому тижні також пройшов обшук і на кримсько-татарському телеканалі АТР. Метою стало вилучення інформації про події 26-27 лютого в Криму, коли біля стін кримського парламенту відбувся багатотисячний мітинг кримських татар, а потім невідомо були захоплені адмінбудівлі. На вашу думку, чи слід усім, хто брав участь у цих заходах, остерігатися таких же звинувачень, як і Ахтему Чийгозі? Ну, во-первых, я тоже была на том митинге. Никаких массовых заварушений там не было, абсолютно. Там были некоторые стычки с казаками. Папаха это летала по всей территории, где проходил митинг. Но я считаю, что спровоцирована вот эта стычка была исключительно казаками пророссийски настроенными и теми, кто приехал с Севастополя туда добиваться вот этой вот аннексии крымской. Так, а, власне, чи слід боятися якихось... Я думаю, что остерігатися, не бояться, а остерігатися нужно всем, кто имеет хотя бы какое-то малейшее влияние на сознание других людей. Вот те крымские татары, которые просто находятся у себя дома, возделывают свой огород, работают где-то в бюджетных организациях и, собственно говоря, не рассуждают сильно на тему аннексии Крыма, я думаю, что им бояться нечего. Я думаю, что бояться нужно именно тем гражданам крымско-татарской национальности, которые все-таки не согласны с аннексией Крыма, которые все-таки настаивают на том, чтобы Крым вернулся в Украину, настаивают на том, чтобы Украина вводила какие-то санкции в Крым, для того, чтобы крымские жители, которые поддерживают Россию, поняли, что такое Украина для Крыма. Сейчас постоянно распространяется в Крыму мнение, а что нам сделала Украина? Она нам ничего не дала. Вот для этого нужны санкции, чтобы они все-таки поняли, что же давала Украина. Что если Украина заберет все, что она давала, то это безлюдный остров окажется, потому что жить в нем будет невозможно. Тобто ви вважаєте, що Україні потрібно перекрити все, що... Я думаю, да. Причем меня поддерживает большинство, если не подавляющее большинство, проукраинского населения в Крыму.
Мы буквально, что мы готовы любыми путями помогать власти это делать. Вот, понимаете, ну, как мы можем требовать от Европы усиления санкций на Россию, говоря при этом, что бизнес Украины, который ведется в Крыму, необходим Украине, потому что у нас война, и нам нужно для нее зарабатывать деньги. А простите, европейцам, что не нужно зарабатывать деньги? Их уже не интересуют рынки сбыта России? Конечно, интересуют, но они идут на крайние меры для себя, ради нас. А мы не можем ради себя пойти на эти меры. Давайте повернемось до теми окупаційної влади. Правильно я розумію, що зараз на території Криму будь-які правові норми, в тому числі міжнародні, власне, не діють? Ну, конечно, естественно. Они не действовали с самого начала. С того момента, как только Россия вошла в Крым, все международные нормы перестали действовать, поскольку сама по себе аннексия уже противоречит всем международным нормам. Ми зараз бачимо, що доволі високий рівень є саме репресій проти кримських татар. Загалом не дуже зрозуміло, чого хоче нова кримська влада від татар, чим вони так заважають. Розкажіть про це. Ну вот, смотрите, кримські татари – це корінне населення Криму. Путін пише другу історію. Путін пише історію о том, що для нього Крим – це сакральне місце, і це ісконно русская земля, і що Херсонес – ісконно русская територія, і, відповідно, потрібно якимось образом підтримати цю частину історії. Кримські татари противоречать цьому, понятне діло, тому що це корінна нація Криму, і є частина історії, яка значительно довше в истории Крыма залегает и глубже ее пласт, чем история России. Поэтому нужно истребить эту часть истории, это первое. Второе, это то, что крымские татары — это очень свободолюбивый народ. Но это как орел в поле летает, понимаете? Это свободные люди. Это люди совершенно со свободной душой. Они никогда не позволят на себе сидеть. Даже вот когда сталинские репрессии были, когда их вывезли, эти люди, да, погибли частично, погибли. Вот большая масса все равно их осталась, выжила, крымских татар. Они пронесли в себе свою культуру, они вернули ее в Крым, эту культуру, и они всегда мирным путем шли для возвращения в Крым, для того, чтобы репрессии против них были сняты, и для того, чтобы они получили возможность жить в Крыму. Другое дело, что действительно никогда не был решен крымско-татарский вопрос в Крыму. Вот с того момента, как они пришли в Крым, крымско-татарский вопрос не решался, никто им никогда не занимался, поэтому были самозахваты, были какие-то там другие, ну, скажем, менее правовые нормы для крымских татар, которые, допустим, можно было бы решить в правовом русле, они не решались властью и Крыма, и Украины в том числе. А Россия сейчас категорически хочет смести вот эту часть и вот совершенно недавней истории, потому что такая форма поведения, когда можно прийти и на какой-то территории, значит, самозахватом взять эту землю, это категорически противоречит вот такому вот диктаторскому построению в России, ну, самого государственного устройства. То есть в России существует мнение Путина, других мнений нет абсолютно. Вот он так решил, и так и будет. Зараз татар не вивозять, а примушують виїхати. Тож, в принципі, можна проводити ці паралелі із депортацією. Конечно, это автодепортация. Я называю это, вот вывела такой новый термин, называется это автодепортация. То есть это принуждение к тому, чтобы человек самостоятельно покинул свою территорию. Вроде бы Россия говорит о том, что мы не депортируем крымских татар, но вместе с тем она создает все условия. Но это как самоубийство и принуждение к самоубийству. Понимаете, то есть Россия вынуждает крымских татар выезжать. Ну, не только, конечно, крымских татар, и другие национальности, но крымских татар сейчас больше всего. Тобто, з ваших слів, як ви говорите, це можна порівнювати з демонстрацією зверхності вищої раси до нижчої, щось таке? Ну, естественно, естественно. Смотрите, вот на всем протяжении, пока мы проживали все вот эти 23 года в Крыму, у нас ни разу не возникло, ну, может быть, с самого начала, когда крымские татары возвращались, ну, где-то около года вот эта притирка, она происходила. Но после этого практически все это время для нас они такой же точно народ, который проживает в Крыму и
русские, и украинцы, и греки, и крымчаки, и караимы, и армяне, и так далее. Это многонациональный регион. Крымские татары – коренной народ. У нас никогда не было с ними никаких стычек, у нас никогда с ними недопонимания никакого было. Мы дружили всегда. Причем, вот понимаете, вот эти вот наши Шанхаи, дворы, в которых раньше еще до войны жили, и греки, и армяне, и болгары, и цыгане, и крымские татары, и русские, и украинцы, они до сих пор вспоминаются всеми с любовью, потому что никогда не было на национальном признаки, на национальной основе никогда не было никаких конфликтов. И в последнее время их не было, априори вообще не было. Сейчас с приходом России в Крым вопрос ставится следующим образом. Вот все, кто говорит что-то в защиту крымско-татарского населения, в защиту караимов, крымчаков, украинцев, это все, как говорит Поклонская, это все раздражает русское население, это все не мило уху русского населения, поэтому это рассеивание межнациональной розни. Сьогодні представники Меджлісу і Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявили, що правди треба шукати лише у міжнародних організаціях. Але ж чи є гарантія, що Росія буде виконувати їх рекомендації? Я думаю, что Россия никогда ничьи рекомендации выполнять не будет. Мы видим на протяжении последнего времени, что никакие санкции не помогают абсолютно. Ну, то есть в некоторой степени они помогают падению экономическому России, но тому, что Путин как-то градус агрессии снижает, мы не видим, абсолютно мы этого не наблюдаем. Наоборот, мы видим, что градус агрессии Путина растет. Но с одной стороны, это где-то хорошо, потому что при таком градусе агрессии в любом случае этот мыльный пузырь российской пропаганды патриотизма лопнет. И я думаю, что с Россией в данном случае, вот с Крымской Россией, потому что все равно Крым на данном этапе это и не Россия, и не Украина, это какое-то свое собственное образование получилось, как остров, в котором есть свои законы, они не такие, как в России, и они совершенно, естественно, не такие, как в Украине. Так вот, мне кажется, что с Крымом в данном случае, мое такое, это мое личное мнение, что с Крымом сейчас нужно разговаривать путем ультиматумов. Всегда с любым, со своим противником нужно разговаривать на том языке, который он понимает. Но невозможно говорить на двух разных языках и достичь какого-то взаимопонимания. Все должны говорить на одном языке, тогда мы можем понять друг друга. Если Крым разговаривает с Украиной языком ультиматумов, значит, он его понимает, этот язык. Значит, на таком языке нужно разговаривать и с Крымом в данном случае. Тобто, есть сенс говорить с ними на мове экономичной блокады? Да, я думаю, что это давно нужно было делать. Я думаю, что очень давно нужно было делать. Вот то, что идет вот такая унылая протяжка в экономической блокаде. Я вижу только то, что украинская власть всячески способствует, чтобы Россия ввела туда свое. Вот пускай Россия введет свои генераторы, вот пускай Россия там бутилированную воду с Абхазии, как говорит Аксенов, завезет и так далее. То есть вот, вот эти вот все моменты, протяжки такой, они дают возможность России больше что-то сделать и перейти на собственные рельсы. Я думаю, что это категорически нельзя делать. Категорически нужно ограничивать все поставки в Крым, продовольственные поставки, убирать вот этот вот закон о свободной экономической зоне в Крыму. Какая может быть свободная экономическая зона и какие может... То есть вот то, что сейчас Украина торгует с Крымом, я считаю, это опять-таки мое личное мнение, я считаю, что это ну, нож в спину солдат, которые защищают Украину. Насколько много людей в Крыму зараз поддерживают эту идею экономической блокады? Очень много людей. Вот все, все практически все про украинское население. Практически все, может быть, там не поддерживает 1-2% из вот этого проукраинского населения, которые там живут, поскольку там есть маленькие дети, там действительно есть старики. Но я знаю всех остальных, которые говорят, мы будем им помогать, мы возьмем их на свое собственное обеспечение, мы выживем. Мы будем помогать настолько друг другу, что мы выживем в этих условиях. Но нужно дать, я считаю, что нужно дать понять пророссийскому населению, что Украина для Крыма – это мать. Это мать та, которая дала Крыму все для его развития. Дуже вам дякую. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була громадська активістка, переселенка з Криму Єлизавета Богуцька. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма «Тема дня». До зустрічі в понеділок.